До конца 2017 года мы планируем весь тренерский состав обучить. То есть обучение проходит в различных городах, в зависимости от того, где проходят курсы. То есть вот недавно у нас в декабре месяце два тренера ездили в Казань. До этого в декабре мы отправляли тренеров в Ярославль. То есть вот это два, наверное, важнейших условия. Как бы. Ну, остальные условия, там, поля, искусственное поле, там, натуральное поле, там, фок, раздевалки, это все у нас есть, присутствует, то есть площадки определенно присутствуют, поэтому в дальнейшем только все зависит от нас, я бы так сказал. Мы друг в друге видим стратегических партнеров, то хотелось бы более детально понять перспективу 5-10-летнего развития футбола в Череповце, и очень важно, чтобы эти перспективы также понимали те люди, как бы я озвучил. То есть, что вкладывается усилия, что не направлено. Но я даже не говорю тех вещей, что для нас важен и сам факт сохранения футбола и привлечения детей и подростков в эту сферу. Но там есть две важные составляющие. ОФП – это одно направление, а профессиональная база – это другое направление. Вот профессиональная база требует профессиональных подходов.